любовь, еще раз, да? Так, следующий выступающий, Кирсанов Сергей, любовь, фантазер, изобретатель, поэт, тема обсерватория. Фантазер — это классно. Никто, по-моему, фантазером себя не называл еще. А еще мечтатель. Ты меня называла. Да. Помню? Песня. Песня. Ты меня называла. Все, ты начал говорить. Так, начну с того, что родился я в Златоглавой, в поселке Всех Святых, под звон колоколов. Сюда можно поближе подойти. Да. Ну, с Божьей Матерью в один день на Рождество Пресвятой Богородицы. Ну, а зачала меня мать, как она сама утверждает, под самое Рождество Господне. Вот. Ну и скончалась она тоже 24 декабря. Ну, сейчас не об этом. Просто вот, как предыдущие выступающие сказали, вот очень много параллелей сочетается с моей жизнью. Ладно, начну я с того, что маленькая притча, такая сказочная. Было у одного мужика три взрослых сына, ну и бабы на сносях. Вот. Ну, один был такой Илья Муромец, ну, воин во всех своих доспехах, регалиях, и казаки, и разбойники, это все в него. Он же и все, и силач, и ну все в нем. Второй — махинатор такой, вот что-то изобретает, и судья, и прям, ну, и судья, и прокурор, что ли. Ну все в нем, вот, и мошенник, и одним словом, можно назвать вор в законе. И бизнесмен, и барыга, и что-то вот слепить это к нему. Третий сын — такой хозяйственный, гвоздь не пропадет. Печь сложить, избу поставить, там крышу починить, забор сколотить, метро прокопать, домок понапихать. Это к нему. Умирает отец. Появляется четвертый сын. Без отцовщины. А мать чего? Она только любовь дает, понимание жизни. Ну, он такой, цветочки, ягодки, грибочки, травка-муравка. Ну, веселье, шум, галдеж. Ну, одним словом, хипак. Бродяга такой, фантазер, изобретатель, ну все в нем. Ну много всего, короче. Ну и художник там, композитор, я не знаю, что-то мурлычет, что-то молит, что-то. Как? Да, и фантазер, и изобретатель. Ну и как-то вот собрались они на совет свой. Что-то получается, что вроде все, каждый по себе, а семья не срастается, не получается у них. Ну и тогда младший говорит: а вот я придумал там то-то, все, как вот
жизнь должна складываться по-божески. Вот человечество, сколько известно, идет в небытие, а надо же жить, надо строить обсерваторию космического масштаба, чтобы можно было собрать все достижения науки, техники, цивилизации, души, всего, чтобы все было в этом, как бы, городе. Ну, и предложил он. А как будет дальше, никто не знает. Все вокруг такие же братья, все живем в мире, в согласии, в любви друг к другу. Те же честь имеют, те же махинаторы, те же судьи, те же деловары вокруг нас. А изобретателей-то мало. Мало всего того, что несет пользу для человечества. В общем, цель такая возникла, чтобы люди желали и хотели, чтобы жизнь не прекращалась, чтобы задумка Божие, вот, ну, не дедушки там на небесах, болтающие ногами, а вот то, что Господь создал в человеке, чтобы вот это процветало, развивалось, чтобы можно было осваивать пространство. Ну, с детства его как бы прессовали, несчастного фантазера. Всем доставалось. Социум у нас такой, социальная среда диктует свои условия. Конечно, никакой злобы к существованию он не испытывал. Ну, недоволен был, конечно. А за что его и наградили, как бы, статьей. Ну, это Бог с ними. Это пройдет. Больше четвертного не дадут. Вот. Все-таки давайте я лучше прочту стих. Нет, ну смысл-то... А вот смысл сокрыт именно в том, чтобы каждый увидел в себе те самые негативы, которые присутствуют. Белая кость, голубая кровь, офицеры, это же чистота, это стойкость духа, это высшая цивилизация. Или то, что сейчас мы видим, как получаются бомжи, как людей сажают в тюрьмы, желающих протестовать против несправедливости. Это мошенники, которые делают этих несчастных фантазеров и светлых людей просто бомжами. Цивилизация, куда от нее денешься? Вот. Они все среди нас. Позавчера я был на Хипятнике. Там каждый как хотел, так и выражал себя. Кто мог проявить какую-то любовь, заботу, внимание к людям, даже без просветительской идеи, просто по-человечески, горизонтальное общение, не вертикаль, не диктатура, просто общение. Вот сегодня очень много
говорилось полезного. Почему это? Может, об этом вообще не надо говорить? Я хотел сказать за обсерваторию, да. Надо создавать. Надо, чтобы там были и физики, и химики, и биологи, и медики. Генетики. Генетики. Все должно присутствовать. Духовность. Основа. Она отсутствует, к сожалению. Вот в моих проектах это получается огромный как бы город, но способный на случай экстремальной ситуации подняться на хочешь околоземную орбиту, хочешь пойти дальше, но если будет к тому надобность, конечно. Это работа над антигравитационным двигателем. Это энергетические возможности, которые человечество еще, в общем-то, могло бы предоставить. Но почему-то тянутся не в те области, не туда, куда надо. Вот. А чаще всего зажимают. Или из-под кнута, из-под палки заставляют этим заниматься. Вот. Ну, лучше я прочту стих. У меня несколько стихов, они как бы все созвучны, но они написаны, конечно, в разное время. Ну ладно, первое. Звериный оскал богемы виден издалека. Но если ты в молитве, если не спит душа, если охвачен пороком, не сможешь противостоять, значит ты мразь перед Богом, и лучше тебе поспать. Только проснувшись снова, чтобы в петлю не попасть, ты спроси у Бога, как его не предать. Вот. И снова декабрь, опять холода, метели, морозы, так было всегда. И хуже, погоды нет для бомжа, пытание верой, так будет всегда. Захочешь смириться, пора в небеса, бунтуешь, воюешь, все это пока друзья не оставят. Или просто места, где можно погреться, поспать, и пора на новое место, где та же байда. Вот только надежды не видно, пока все это не скинешь. Это судьба. Исповедь сержанта Пеппера. Мой господин, товарищ случай, я подлый раб его судьбы. Вся жизнь моя скупой попутчик в стране несбывшейся мечты. Я предстану пред очами Бога, чтоб судить себя, как подлого раба. Искушаясь яблоком раздора, я познал, зачем куют меня. Суждено ли мне будет оправдаться, воля господина моего остается только умиляться. И не ведаешь, по сути, для чего. Но найти ответ во что б ни стало, как забава манит и смешно. Жизнь прожить – такая же отрава, как для Гамлета испитое вино. Смерть дается людям словно жалость, жизнь как непонятое кино. Детство, отрочество, юность, зрелость, старость – все приходит в битое стекло. Лишь одно осталось упование, что предстать на суд мне суждено. Знаю, что исчезнет ликование, искусишь с тем, что повезло. Ну и последний, наверное, коротенький. Я его назвал «Молитва о будущем». Мы выстрадаем все, яви нам благо. Грешим и каемся, и упиваемся любовью. Желаем счастья, делимся судьбой. Скорбим в тревоге и печали. И почитаем вновь и вновь. И исповедуясь, встречаемся с душой.
не ведаем о будущем, играем, воспеваем, изобретаем, создаем, стремимся, учимся, покоем. Велением сердца мы живем тобой. Спасибо.